Нижегородской области контролирует ситуацию, связанную с выявленным заболеванием у работников прокуратуры. Согласно поступившим результатам лабораторного исследования, у нескольких сотрудников аппарата прокуратуры области выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время они госпитализированы и получают необходимое лечение в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Заболевание протекает в легкой форме. В связи с этим в здании прокуратуры области проведены противоэпидемиологические мероприятия. По указанию Роспотребнадзора, находившиеся с заболевшими в контакте изолированы и находятся на карантине.